Сегодня 2 февраля. У нас ЧП. Туся сильно заболела. Еле дышит. Заболела Туся, да? Феюшка, заболела Туся. Не надо туда на нее ложиться. Короче, пришла, а она вообще никакая. С утра. Я пришла, укрыла ее. Все очень плохо. Я так думаю, и косточка ей порезала там в середине. Все у нее кровотечение. Не знаю, наверное, это конец. Вести ее уже поздно. Так что такие дела, ребята. Сегодня плохо. Настроение, конечно, ужасное. Так, все хорошо. Так что вот так. Дала ей курицу. Но она же была мягкая. Это ж не та курица вареная, что кости там вообще. Но все равно умудрилась как-то косточка ей повредить желудок или кишку. Потому что ей очень-очень плохо. Да, Укуш, подруга твоя слегла совсем, не трогай одеялко, там Туся лежит. Ты видишь, Укуш, одеялко не трогай, Туся, там Туся ей мягенько, хорошо? Не надо, не надо, там Тусечка отдыхает, да? Туся же маленькая, Туся лежит, да? Скучно тебе, да? Туся заболела, да? Заболела Туся? Ну так вот. Все болеют, дай кушу. Все болеют. Не, ну я все, конечно, понимаю. Маш, ну что я тебе уже 3 порции дала? Ты понимаешь? Я все, конечно, понимаю. Надо быть как-то немножко сдержанней, женщина. Что вот такие у нас дела? Все вокруг Туси крутятся. Будку никто не залазит, потому что там у нас лежит Туся. В общем, ладно, посмотрим, что. Короче, жопа.